С горы Ай-Петри предстают фантастические виды уникального крымского ландшафта. На плато среди первозданной природы расположился второй лагерь карьера Тарпан. Сладкое пробуждение под пение птичек и чудные запахи райского завтрака. Все в ожидании предстоящих подвигов. Небольшая зарядка для ума и для тела, и вперед к новым свершениям. Оседлав коней, как заправские наездники, наша кавалерия не спеша пробирается вглубь леса по нехоженным тропам Ай-Петри. Здешние места издавна овеяны тайнами старых легенд и славой последней войны. Загадочные гроты и потрясающие пейзажи, от которых захватывает дух. Если повезет, вы увидите парящих над вершинами грифонов. Гордые птицы, которых на всей планете едва ли насчитают пару десятков, обитают лишь в здешних ущельях. Традиционный привал у костра. Бутерброды с чаем из душистых трав на горном воздухе идут за милую душу. Можно осмыслить происходящее. Так у меня тут столько друзей появилось, ни в одном лагере столько не было. Мы все здесь как одна большая семья, каждый друг за друга переживает. Мне понравилось кататься на лошадях. И некоторые походы вот в горы. Тут интереснее на горы смотреть. Да. Что ты думаешь, когда на горы смотришь? Ну, красота. Живем не то, что в корпусах, в палатках. Гораздо интереснее. Вот, костер каждый день, там всякие нам поем, там страшные истории нам рассказывают. Потом игры всякие, или на лошадях катаемся, или из ружей стреляем. Здесь вот горы, машины, вот кони. Мы вожатые, наглые, конечно, но разговаривать можно. Тут весело постоянно. То туда, то туда. Ну да, с родителями как-то немножко скучновато. Уж когда общаешься с кем-нибудь. Спрос есть на отдых, активный, подвижный отдых, с элементами, с хорошим техническим оснащением, с элементами спорта, где-то риска. Все эти наши походы, элементы все проводятся под присмотром квалифицированных специалистов, высококвалифицированных. То есть это очень все серьезно, очень ответственно, работа с детьми, любая работа, не только наши походы. Поэтому мы отбираем только людей, которым можем доверить на 100% детей. Заключительная игра, полоса препятствий, венец приобретенных в лагере навыков. Вот когда сполна проявляется удаль молодецкая, да душа разгуляется.